Да, я уже включил. Всем приветули, приветули. Так, друзья, сейчас выставлю пост. И завтра с утра проснусь. И часов где-то в 9-10 утра буду проводить прямой эфир. Как начинается мой завтрак. То есть, что я кушаю на завтрак. И буду рассказывать про похудение завтра с утра. Вот. Что еще хотел сказать. И, короче, на следующей неделе, точнее, в следующем месяце выставлю посты клиентов, которые, в общем, приобрели продукцию у меня, которые похудели и довольны. А сейчас я буду рассказывать вам про себя, что у меня в жизни происходит. Я, короче, друзья, нашел свою любовь. Ты что, блядь? Это шутка, мужская такая шутка, вы меня поняли, да? Именно как там, служивая, да? Иван Михайлович. Иван манит меня и манит. Да, вот, короче, мы работаем вот здесь, в бизнес-центре Barclay Plaza, строим сетевой бизнес в компании NL International. Я, короче, понял, что мое призвание — это просто, короче, быть сетевиком. Вот, набираю сейчас команду. Я об этом постоянно говорю. Вот. К себе в первую линию. Еще вот, короче, набираю. Ну, вообще, в целом набираю, потому что это, по сути, командная работа. Вот. Что мы здесь делаем? Мы сюда приезжаем и, короче, поднимаем друг другу настроение, проводим встречи и все такое. Вот. Значит, смотрите, завтра с утра буду рассказывать про похудение, про свой рацион и про бизнес более подробно, потому что покажу вообще, чем я пользуюсь из продукции компании NL International дома, то есть что она из себя представляет. Вот, ну, наверное, уже очень многие слышали про эту компанию. В следующем месяце собираюсь закрывать квалификацию, забирать Mercedes. Вот черный или белый, пока не знаю. И хочу найти себе в команду людей, которых я также включу, и которые тоже будут зарабатывать и будут ездить на Мерседесе. Короче, на самом деле, все те, кто раньше не верили и думали, что это какая-то, короче, непонятная компания, но сейчас успешно строят бизнес. Вот. Один вон сидит. Бизнесмен. Да, друзья мои. Все, список звонок, встречи. Да, короче, друзья, более подробно понять вообще, что это за компания, что у меня за команда. У меня в шапке профиля ссылка на топ-линк. Вы жмете, как попасть в команду, не пугайтесь, вам ответит Надежда. Девушка, она мне помогает, потому что я столкнулся с такой вещью, что мне начали просто писать люди по делу, не по делу, расскажи там, как соли и все остальное. Я общаюсь только по бизнесу. Она вас ведет в курс дела, зарегистрирует, добавит в рабочий чат. В рабочем чате вы сможете найти мой личный номер телефона и всегда со мной поговорить. Вот. А сейчас я помчал работать. В общем, пишите в топ-линк. Вот. И го ко мне в команду.